Создание новых и ремонт действующих МФЦ Тверской области обсудили в региональном правительстве. В 2020 году на открытие новых офисов, ремонт действующих подразделений, а также на укрепление материально-технической базы планируется направить более сотни миллионов рублей. Около 52 миллионов планируется выделить на открытие новых филиалов МФЦ в Оленино, Белом, Молоково, Пена, селе Лесно и других муниципалитетах. В Белом и Оленино запланировано возведение модульных конструкций для размещения МФЦ. Капремонт будет проведен в действующих подразделениях МФЦ в Ржеве, Вышневолоцком городском округе. Также в порядок приведут учреждения Второбцы и Старица. Повышение качества услуг филиалов МФЦ – задача, поставленная губернатором Игорем Руденей. Это дает возможность нашим гражданам не бегать из одних учреждений в другие, не стоять в очереди. Кроме того, есть много уже интересных элементов. Это там, электронная запись, которая уже активно применяется у нас во многих направлениях, отраслях.